Каждый год выпускники 12 классов сталкиваются с проблемой, куда им поступить на дальнейшее обучение. В этом году поступление на Нарвский колледж Тартусского университета проходило с 24 июня по 4 июля. На этот раз порядок приема заявлений был изменен. Он проходил только один раз. Заявления как на дневное обучение, так и в открытый университет принимались одновременно. Какие специальности наиболее популярны? На дневном отделении самая популярная специальность была педагог дошкольного детского учреждения. Вторая по популярности была работа с молодежью. А если брать открытый университет, то самая популярная специальность была управление предпринимательством и управление проектами. В этом году всего кандидируют на места Нарвский колледж Тартусского университета около 370 человек, из которых будут приняты лишь 133 студента. Из них 104 на бакалавра и 29 на магистра.